Гостем Адыгейского государственного университета является Лев Дмитриевич Пиклемишев, академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Математического института имени Стекова Российской академии наук, профессор Московского государственного университета и Высшей школы экономики. Пожалуйста, Лев Дмитриевич. Да, ну, начну с того, что очень приятно находиться здесь в стенах Кавказского математического центра и Адыгейского государственного университета. В общем, это первый раз в Адыгее, очень положительные, интересные впечатления. Вот. Ну, тема моего доклада, мой доклад сегодняшний, он такой, носит отчасти пропагандистский характер. Потому что я хочу рассказать о такой деятельности, которая во всем мире уже идет довольно давно. И кажется мне очень важной и очень, так сказать, такой перспективной, в том числе и для практики. В нашей стране она только начинает набирать обороты. Вот. Не так много специалистов по этой науке, но их становится все больше, и в том числе и математическое сообщество постепенно начинает осознавать потенциал этого всего. Значит, речь идет о компьютерных доказательствах. Можно сказать, что в наши дни происходит некоторая революция, связанная с этим, а именно применение компьютеров вот для такой цели. Может ли компьютер доказывать математические теоремы? Имеется в виду содержательные математические теоремы, не просто что-то сосчитать, там, решить уравнение, а вот именно взять на себя задачу доказательства, математического доказательства. Оказывается, что проблема эта, конечно, очень трудная, как с теоретической, так и с практической точки зрения, но есть очень большие успехи за последнее время. Вот. Ну и я об этом немножко расскажу. Вот. Ну давайте. Значит, так. Ну, во-первых, я начну, со слайда, который соединяет мою лекцию вчера с сегодня, а именно с того, как возможно вообще компьютеру что-то доказывать. Потому что, ну, исходно наше... Когда математик доказывает теорему, это процесс творческий. Доказательство — это некоторое убедительное рассуждение, которое объясняет, что вот почему те или иные факты в тех или иных областях верны. Вот. Но, скажем, на заре математической логики в начале 20 века были созданы инструменты, которые принципиально показывают, почему это возможно в некотором смысле. А именно, вот Гильберт предложил настолько подробную формализацию математических теорий, некоторых математических теорий, а по существу его программа заключалась в том, чтобы формализовать всю математику в целом, вот, чтобы сделать описание математических выводов, математических доказательств полностью точным. Эти были созданы такие формальные языки, которые называются формальные аксиоматические теории. Вот. В рамках этих теорий у нас, так сказать, из процесса математического доказательства изгнаны все такие вот элементы, связанные с опорой на геометрическую интуицию, с какими-то интуитивными рассуждениями, вот, а остается только жесткий логический каркас. Значит, после такой формализации, значит, наш процесс вот этого чрезвычайно подробного детализированного математического доказательства превращается в такой, ну, как бы мы сейчас сказали, вычислительный процесс переписывание формальных выражений по вполне определенным правилам. Набор этих правил был выработан, логика предикатов первого порядка. Ну и вот на базе этого были созданы в математической логике первые такие универсальные аксиоматические системы. Из них наиболее две стандартных и важных – это две. Формальная арифметика или арифметика Пиана, которая говорит об арифметике натуральных чисел. Вот. Но по существу средствами арифметики можно развить любую математику конечных множеств, так можно сказать. Математику, не использующую бесконечные множества, можно погрузить в формальную арифметику Пиана. Ну и более, может быть, важная и, так сказать, принципиальная теория, теория множеств Цермела-Френкеля, ZFC, это формализм, который позволяет записать формальные доказательства, ну, так сказать, формальные аналоги вообще всех стандартных математических доказательств, которые там встречаются. Вот. Разумеется, там
теоретические, логические исследования, там, в том числе теоремы Гёделя о неполноте, говорят, что и в рамках теории множеств существуют недоказуемые, неопровержимые утверждения. Вот. Но все эти утверждения, они составляют, ну, скажем так, пока что находятся в таком очень изолированной, сравнительно изолированной части математики. И, в общем, существуют дополнительные аксиомы, которым можно расширять теорию множеств. В общем, неполнота здесь не играет большой роли. Стандартная математика, которую там используют все на данный момент, можно считать, что она на 99% погружается где-то в цель. Вот, так сказать, это положение на текущий день. Теперь, какое все это имеет отношение к формальным и компьютерным доказательствам? Мы хотим, конечно, то есть компьютер теоретически мог бы осуществлять такой полный перебор. Вот нас интересует, верно или неверно какое-то математическое утверждение, мы должны его записать на языке теории множеств. Как правило, это вопрос, ну, скажем так, несложный. Если мы понимаем точно, что мы спрашиваем, то такая формализация, ну, может быть осуществлена легко. После чего мы могли бы запустить компьютер, который начинает перебирать все возможные формальные доказательства вот в этой системе. Запускает эту игру с перебором всех возможных шагов всех возможных доказательств, ну и дожидаемся того момента, пока наше утверждение не докажется. Значит, теория говорит о том, что если такое утверждение действительно верно, если оно действительно не относится к этой категории 1% утверждений, которые недоказуемы и неопровержимы, вот, то, скорее всего, если оно верно, мы его докажем. А если оно неверно, то рано или поздно мы дождемся того, что оно будет опровергнуто. Вот. Да. Начинаем с чего? Просто комбинировать аксиомы? Ну, сейчас я описываю самый примитивный, как говорится, подход в эту сторону. То есть мы начинаем просто полный перебор всех возможных доказательств. Значит, вот важно, что в теории множеств, как и в любой другой явно заданной аксиоматической системе, мы можем перебирать доказательства, в принципе, бесконечно долго, да? Вот. Но если наша теорема действительно теорема, то рано или поздно в этом переборе она встретится. Если она не теорема, из этого перебора мы, скорее всего, ее не увидим, но можем увидеть ее отрицание. Даже да. Не доказательства, а утверждения перебираем всевозможные, да? Нет, мы перебираем всевозможные доказательства, потому что мы хотим, чтобы в нашем переборе встречались только верные доказанные факты. Но перебирать доказательства мы можем. В этом нет ничего, так сказать, теоретически это вполне такой, как бы, осуществимый перебор. Проблема, конечно, здесь в другом, что этот перебор ужасно неэффективен. Да? То есть это все равно, что мы пытаемся доказать вообще все, что только можно доказать, и ждем, когда же, наконец, там появится великая теорема Ферма, так сказать, в этом переборе. Она никогда там не появится, потому что закончится, так сказать, там Вселенная успеет, как говорится, схлопнуться за это время. Вот. Это довольно понятная вещь, то есть практически такой метод не работает. Это, об этом даже не может быть и речи. Вот. Ну и более того, можно так сказать, что вот этот вот стандартный гильбертовский формализм этих теорий ZFC и PA, он очень ясен теоретически. Это ясная, простая теоретическая модель, но для практических нужд, если мы ставим задачу формально доказать теорему, он плохо приспособлен. Поиск вывода здесь осуществлять, ну, неудобно. Более того, в силу того, что понятий в этом самом формализме так мало, там понятие множества и все, аксиом мало, разные простые вещи записываются там очень сложно. Вот, например, посчитали, что если взять книгу Бурбаки по теории множеств, где теория множеств излагается в такой большой степени подробности, и развернуть определение того, что такое число 1. Вот. Ну, я не уверен, что все здесь присутствующие могут определить, что такое число 1, но в теории множеств это можно сделать. Вот. Так вот, нужно примерно 4 на 10, 12 символов, чтобы только, значит, выразить эту единицу. Вот. Ну, это связано с тем, насколько
плохо бурбаки, так сказать, можно сказать так, насколько они не заботились о реальной практической формализации того, что, практической реализации того, что они делают. Вот, как бы одно дело иметь доказательство существования какого-то объекта, другое дело его предъявить явно. Ну вот это здесь очень наглядно демонстрируется. Вот. Ну, конечно, это некоторый эксцесс, да, то есть это совершенно не обязано быть так для правильно построенных систем. Вот. Значит, немножко дальнейшей истории, связанной именно с компьютером. Конечно, логики давно понимали, что есть некоторый потенциал. Вот в задаче поиска, автоматического поиска вывода есть потенциал. И в 60-е годы, когда, так сказать, был расцвет, ну, первый такой расцвет искусственного интеллекта, скажем так, первые идеи появились на этот счет. И в нашей стране тоже были исследования такого рода. В Ленинграде была группа логиков, которые построили первые алгоритмы такого рода, вот, которые полностью автоматически искали вывод содержательных математических утверждений. И были кое-какие продвижения в теории, которые очень пригодились позже. Но на том уровне развития техники и промышленности это все было мало, так сказать, производило малое впечатление. Тем не менее, значит, новый расцвет начался примерно в конце 90-х годов, новая такая попытка продвинуть это. Были созданы несколько систем, несколько конкурирующих между собой систем автоматического и интерактивного поиска вывода, о которых я скажу, и которые на данный момент уже достигли довольно большого, на самом деле, замечательного прогресса. Какого именно, я чуть-чуть покажу чуть позже. Но давайте немножко обратимся к целям. Все-таки зачем нам нужно доказывать теоремы формально? Вот. На эту тему был даже опубликован некий манифест, который называется «Манифест QED». Вот. 94-й год. Это было фактически вот некоторое начало этого второй волны, где была, так сказать, провозглашена цель создать всеобъемлющую базу компьютерных доказательств. Всю математику перевести в некоторую формальную базу данных. Вот. Что здесь, какие цели провозглашались? Ну, во-первых, в математике уже довольно давно стали возникать настолько сложные доказательства, проверить которые вручную не представляется практически возможным. Доказательств таких, ну, было несколько. Одно из них, наиболее, так сказать, известное доказательство такого рода, это доказательство гипотезы четырех красок Аппелем и Хакеном. Об этом я, истории этого доказательства я чуть позже скажу подробнее. Но это не единственный пример. Классификация простых конечных групп, еще одно доказательство, которое вроде бы есть, а с другой стороны, вроде бы его и нет, потому что нет ни одного человека, который бы мог сказать, да, мы все проверили, все поняли. Долгое время, ну, скажем, такого же типа доказательством была гипотеза Кеплера об оптимальной упаковке шаров в трехмерном пространстве, который очень простой, как бы факт выражает, а именно, что если наша задача упаковать шары одинаковые в трехмерное пространство самым плотным образом, то оптимальная упаковка – это то, как мы упаковываем апельсины. Называется кубическая решетка, значит, как мы кладем пирамидкой апельсины, это самый, так сказать, экономный способ упаковать трехмерные шары. Оказывается, что вот этот факт очень трудно доказываем, и доказательство такого этого факта было получено Томасом Хейлсом уже в наши дни, так сказать, скажем, 15 лет назад, наверное. Доказательство сводилось к, ну, было сведено к перебору большого числа случаев. И настолько большого, что, в общем, человеку было трудно справиться с проверкой этого всего. В итоге написана им статья в несколько сот страниц, поданная в один из центральных математических журналов, проходила проверку коллективом математиков, проходила в течение нескольких лет. Эта проверка завершилась таким
как бы вердиктом, что тщательно проверяли доказательства. Кажется, потратили кучу времени на проверку. Убедились, что все, что мы там поняли в этом доказательстве, правильно. Никаких принципиальных ошибок там не найдено. Но, тем не менее, сказать, что мы гарантируем, что в этом доказательстве все верно, мы не можем, потому что вот до конца мы так и не смогли в этом разобраться. Вот примерно такой лучшие математики, так сказать, специалисты в этой области, ничего большего, чем вот это сказать, за несколько лет работы не смогли. Ну и тогда Томас Хейлс сказал, что хватит, и погрузился в процесс формализации этого доказательства. Он понял, что только с помощью компьютера можно убедить и компьютер, и себя, и других в том, что там нет дыр, и все верно. Запустил такой, можно сказать, сетевой проект, где несколько человек, коллектив добровольцев занимались формализацией. И этот проект завершил. В наше время этот проект уже завершил работу. Это доказательство формализовано. И теперь можно считать, что эта теорема твердо установлена. Вот это один из таких колоссальных успехов, один из наиболее трудных проектов в этой области, который уже завершен. Это, конечно, была сенсация в конечном итоге, потому что, ну, действительно, вот с помощью этих методов добились чего-то, что не могли добиться по другим. Ну, а в принципе, значит, на что мы надеемся? На то, что если эти системы интерактивного и автоматического поиска вывода будут в достаточной степени развиты, вот, то мы, конечно, никто не утверждает, что математика как профессия на этом исчезнет. Творческий элемент компьютер заменить не может, это понимают все, но вот избавить математиков от значительного количества рутины, по-видимому, возможно. Надежды на это есть, и это одна из целей. Вот мы хотим не только эти сложные математические доказательства формализовывать, но и дать математику инструмент, который говорит, что ну вот, если тут применять какие-то стандартные простые методы, то это применение мог бы сделать и компьютер. Вот. Вот что-нибудь такое. А математик бы тогда думал в более высоких, более, так сказать, принципиальных категориях. Вот. В эту сторону все идет. Постановка процесса журнального лицензирования на объективную основу. Ну вот пример с Хейлсом это показывает, да, что не всегда математики тратят очень много времени на проверку доказательств своих коллег. Вот. Не всегда это, так сказать, реально возможно. И лучше, когда коллеги будут убеждать в этом компьютер сами. Вот. Это в каком-то смысле наладит этот процесс. Вот. Ну вот про это я сказал. Ну и последнее, выделенное здесь синим, это, конечно, для практики. Ну, мы все любим математиков, так сказать, они доказывают свои высокие теоремы, но, так сказать, как правило, эти теоремы не имеют столь непосредственного практического применения. Какая разница, что не существует лучшей упаковки шаров, чем давно всем известная кубическая упаковка. Все и так паковали шары как надо. Вот. В этом смысле эта теорема Хейлса совершенно бесполезная теорема. Она может быть полезна совершенно в других смыслах, об этом я не говорю. Вот. Но есть практическая деятельность, которая важна весьма и весьма, а именно доказательство корректности компьютерных программ. Значит, ну, если говорить коротко, то когда мы пишем какую-нибудь... Ну, всем известно, что компьютеры совершают ошибки, ошибки бывают разного рода. Некоторые ошибки очень чувствительные. Были известны ошибки, когда из-за банальных математических неточностей ракеты летели не туда и падали на Землю, при этом терялись, так сказать, миллиарды долларов. Были ошибки в программировании, скажем так, процессоров, когда реальные процессоры выпускались с ошибкой в той части, где осуществляется вычисление с плавающей запятой. Вот. И, как говорится, фирма отзывала свои компьютеры и теряла на этом большие деньги. Некоторые ошибки в программах очень и очень дорогостоящие. В этом случае нам хочется иметь очень надежное средство гарантирования того, что гарантии
очень надежные гарантии того, что программа работает правильно. Вот. Значит, как это можно осуществить? На практике сейчас это осуществляется с помощью тестирования. Есть развитая наука тестирования компьютерных программ. Тестирование – это попытка перебрать все возможные, так сказать, варианты поведения программы, запустив ее на определенном, выбранном, так сказать, тестировщиками семействе, представительном семействе входов. Да? Вот так же, как соцопрос проводится у населения, опрашиваются не все, а только некоторые, и из этого делаются какие-то выводы, иногда весьма надежные. Так и в тестировании программ можно сделать выводы, из, не опросив все. Вот. Но, в принципе, это не гарантирует абсолютной надежности. Да? Если мы хотим гарантировать, что программа всегда работает правильно, у нас должна быть четкая спецификация, описание того, что мы ждем от нашей программы, на каком входе должен быть какой выход, так условно говоря, какое поведение. И дальше должна быть доказательство того, что действительно тот код, который программисты запрограммировали, соответствует этой спецификации. Это не что иное, как частный случай определенной математической теоремы. Вот. Эту математическую теорему можно доказывать точно так же, как мы доказываем любую другую. Вот. Хотя, поскольку эта теорема носит специфический характер, как правило, спецификации компьютеров, спецификации программ, они длинные, а доказательства не такие хитроумные, как бывают математические. Здесь как раз довольно перспективно использовать какие-то автоматизированные средства верификации. Это тоже очень развитая, большая и серьезная наука. Многие методы существуют, связанные с верификацией. И, конечно же, и в нашей стране, и во всем мире, тем более, есть группы, которые весьма сильны в этой области. Но вот те проверы, те, так сказать, компьютерные системы, доказательства которых я говорю, они уже применяются и будут еще шире применяться в этой области. Доказательство гипотезы четырех красок, которое осуществила группа во Франции под руководством Гантье, было куплено компанией Microsoft за крупную сумму денег. Вот. Это может быть первый случай в истории, когда математические доказательства кто-то купил. Вот с этим доказательством это произошло. Вот. Значит, вот так. Таким образом, вот чтобы все это развивалось, мы на самом деле должны развивать некоторую технологию. Это новая технология, о которой идет речь. Технология формальных компьютерных доказательств. Вот. Это вещь, которая вот возникает в наше время. Значит, в чем состоит эта технология? Это технология, так сказать, работы с формальными доказательствами. Нужно уметь их строить, надо уметь переводить доказательства из одного формата в другой, нужно уметь их упрощать, поддерживать базы данных, базы знаний, связанные с математическими теоремами и так далее. Это целая большая, так сказать, вот технология. Об этом идет речь. Ну, давайте небольшой словарь, который я употреблял. Значит, здесь они, конечно же, все на английском, а на русском у нас мало этим занимаются, поэтому перевод, он такой, я бы сказал, условный. Итак, вот слово «провер» — это, так сказать, типичное основное слово, которое здесь есть. Система поисков вывода. Система поиска выводов. Система поиска компьютерных доказательств. Проверы бывают разные. Бывают автоматические, которые называются система автоматического поиска выводов. И бывают интерактивные. Система интерактивного поиска выводов. Или proof assistant. Ассистент доказательств. Значит, это система, которая не полагается полностью на компьютер от и до, чтобы компьютер тебе доказал твою теорему. А система, которая взаимодействует с человеком. Она настроена на то, что человек учит компьютер, в какую сторону двигаться, и этот компьютер, так сказать, руководствуясь ценными указаниями человека, математика, постепенно позволяет ему восстановить то самое формальное доказательство. И вот эти все массивные теоремы вроде четырех красок или Кеплера, они, конечно, осуществлены этими ассистентами. Вот. Это не полностью автоматизированы. Полностью автоматизированы чем хорошо? Тем, что человек там не участвует, и можно про это забыть. Это на самом деле может быть даже более важная часть этого всего. Но, в общем,
Нам бы хотелось, чтобы нагрузка на человека из вот этих систем ассистентов потихоньку переходила вот сюда, в сторону полностью автоматического, чтобы более, все более и более сложные шаги могли бы осуществляться. Верификатор доказательств. Это что такое? Значит, вот на самом деле вот эти ассистенты, центральным моментом в этих системах является именно этот верификатор. Значит, это такая часть, которая проверяет на тот, так сказать, текст, который нам предъявлен, является ли он корректным доказательством или нет. На соответствие вот этих вот формальных, на соответствие формальным правилам логического вывода. Фактически можно сказать, что интерактивная система, ну вот пытается как-то достраивать, но всякий раз этот верификатор должен проверять, что все, что мы достроили в качестве нашего доказательства, оно правильно. И только после этого оно принимается и, так сказать, сертифицируется. Объект доказательства – это тот самый формальный текст, который является доказательством, является формальной записью доказательства. Вот он называется на этом жаргоне proof object или proof term. Значит, явный формальный вывод. Системы интерактивного поиска выводов не всегда работают с явными выводами. Больше мы мыслим в терминах тактик поиска вывода. Куда идти, в какую сторону строить этот вывод. А явный вывод остается несколько за кадром. Что у нас есть? Ну, давайте пару слов про автоматические и затем про интерактивные. Значит, какие есть... Ну да, автоматический поиск выводов. Значит, как бы вот эти две стороны деятельности, они связаны между собой, но это отдельные задачи. И у них разные, как говорится, немножко разные цели и критерии успешности. Вот сначала поговорим про автоматический. Как я сказал, автоматически довольно мало содержательного удается доказать. На самом деле полностью автоматический компьютер не способен пока что искать творческие, так сказать, решение содержательных математических задач. Вот. Очень в ограниченной степени. Тем не менее, это автоматический поиск, он используется и в этих интерактивных. Да? Поэтому чем больше мы сможем доказать автоматически, тем лучше у нас дело пойдет в интерактивном поиске вывода. Соответственно, эти системы очень важны. Ну вот одна из таких систем существует много, и значит, одна из наиболее таких чемпионов за последние годы называется Vampire, систему, которую написал наш бывший соотечественник Андрей Воронков, профессор университета Манчестер. Это система, которая, ну, скажем так, побеждает в соревнованиях, где на некоторых стандартных, не очень сложных, но тем не менее все-таки нетривиальных примерах, эти системы автоматически соревнуются, какая из них быстрее докажет ту или иную теорему. Там, конечно, очень много методик оптимизации заложено, как это все представлять, как добиться, так сказать, успеха в миллисекунды. Вот. Конечно, по уровень, как говорится, у нескольких ведущих систем близок, поэтому они и соревнуются. Но вот, тем не менее, вот одна из таких систем – это по существу поиск выводов в чистой логике предикатов. Вот. Но не в том гильбертовском стандартном формате, а в более продвинутом секвенциальном формате с некоторыми... Не с некоторыми, со многими оптимизированными частями. Вот. Были и для таких полностью автоматизированных пруверов некоторые успехи. Один из них довольно давний, но все-таки хороший. Все-таки такой замечательный успех. Доказательство гипотезы Робинса в универсальной алгебре. Это такая... Конечно, успех связан именно с характером этой гипотезы, но о чем шла речь? Значит, вот в чем была эта гипотеза? Гипотеза была немножко в духе задач, которые здесь представлял Александр Савельевич Штерн некоторое время назад. Вот заданы какие-то операции, которые удовлетворяют каким-то свойствам, определить, что это за операции. Так вот, задача была такая, что на множестве А задана ассоциативная операция, обозначаемое как умножение, и одноместная операция, обозначаемая квадратными скобочками. Вот. И, допустим,
что вот эти операции удовлетворяют вот такому вот тождеству, что для любых А и Б вот такое выражение почему-то равно А. Почему, откуда взялось? Ну, у Робинса были какие-то основания рассматривать такие выражения. Так вот, утверждается, что в этом случае, ну, вся эта структура представляет собой булевую алгебру, что следует на самом деле из того, что надо найти какие-то выражения С и Д, для которых выполняется вот это. Ну и вот этот автоматизированный прувер, не созданный специально под эту проблему, а, в общем-то, созданный для поиска, для доказательств каких-то тождеств, да, он так и назывался, EQN, от слова equation, естественно. Вот. С его помощью удалось найти. Человек был не способен это найти, но вот этот самый прувер автоматически нашел таки необходимую подстановку C и D. Вот если взять такие выражения и такое выражение, то вот окажется, что действительно все будет, все сойдется. И можно доказать такое тоже. Вот он это придумал и доказал самостоятельно, без участия человека. Вот это можно сказать, что успех. Вот это примерно уровень, который был в 96-м году, сейчас был час лучше. Но тут важно то, что эта гипотеза Робинса была действительно известной открытой гипотезой в универсальной алгебре. Это не было просто искусственно придуманный пример под какой-то конкретный прувер там чего-то. Вот. Доказательство этого тождества занимает полстраницы на самом деле выкладки. Ну вот это компьютер полностью нашел. Полстраницы — это вот последний пункт уже, да? Вот, того, что... Да, ну то есть требуется вот придумать подстановку, да, найти, да? А потом придумать доказательство, что действительно, если это подставить, то получится вот это. Это вот доказательство вот этого равенства. Да. Значит, полстраницы — это доказательство вот этого равенства из того, что вот это, из гипотезы о том, что вот эта операция ассоциативная, а это просто одноместная операция. Вот такой вот вывод. Ну вот он занимает полстранички переписывания этих самых термов. Вот. Ну, то есть, вот как человек полстранички напишет от руки. То есть, это доказательство, которое нашел компьютер, оно не безумно сложное, оно понятное человеку. Вот. Но его трудно было найти. В особенности трудно найти, что нужно подставлять туда. Это понятно. Вот. Ну, вот так. Я не хочу говорить, что это прям пример, который приводит всех в восторг, но вот, тем не менее, это важный пример. Вот. С интерактивными проверами все намного интереснее. Значит, здесь уже речь идет о формализации по-настоящему содержательных, глубоких и очень трудных математических теорем. Вот этот слайд был мной написан для лекции, которую я читал для философов, примерно лет 5-7 назад. Я уже не помню, в каком году, но вот, скажем так, значительное число лет назад. Вот тогда были примерно... такие результаты. Значит, в этой науке люди придумали написать 100 каких-то известных математических теорем, которые все знают, от простых до сложных. От там теоремы Пифагора, условно говоря, до последней теоремы Ферма, теоремы Уайлса, так скажем. Вот есть такой список задач. И дальше устроить такое, ну, соревнование между этими интерактивными системами, кто больше чего докажет. Не то чтобы системы специально хотели эти 100 теорем доказывать, но один мой знакомый специалист из Голландии по этой всей науке, Фрек Видайк, он, значит, ну, как бы поддерживает такую некоторую страницу в интернете, где обновляет информацию, кто чего успел доказать. И вот тогда вот было вот так. Примерно, значит, вот чемпион, это прувер, который называется Hall Light, 69 теорем из 100 в нем было доказано. Следующая — это польская, очень старая, старейшая система Мизар, 45, 42, 40, и Кок, вот тот самый Кок, который нашумел в связи с гипотезой четырех красок, там было тоже 39 теорем. Это такие 5 чемпионов было. А всего этих пруверов было 17 штук, и статья, в котором это впервые, так сказать, было изложено, называлась «17 пруверов в мире», которые на тот момент были. Значит, сейчас я хочу вам немножко показать обновленные итоги, которые с тех пор случились. И давайте я зайду на эту страницу. Вы сами можете, конечно, посмотреть
как говорится, в интернете туда зайти. И вот что тут. Ну, вот это формализация этих 100 теорем. Значит, по информации этого Видайка, 97% из них доказано. Вот. Ну, конечно, нужно посмотреть, что это за теоремы, чтобы оценить, что 97% это хорошо. Но я вот говорю, что их всего 100, да? Одна из них, великая теорема Ферма, вот. Это означает, что уже 99, как бы, без нее 99. Значит, вот еще 3 такого рода теоремы там, может, еще не доказаны, остальное все уже доказано. Кем-нибудь, да доказано. Значит, вот, и вот данные по этим самым, самым лучшим из этих систем. Пожалуйста, значит, по-прежнему лидирует Холлайт, следующий Изабель, потом некий Метамат и Кок. Мизар на 5-м месте. Возник новый прувер Lean, майкрософтовский. Сейчас идет очень интенсивно развивается и большое широкое комьюнити формируется вот, в этом новом прувере, который называется Lean. Ну и дальше, так сказать, последний там New Pearl, Metaperl, который лет 15 назад был одним из лидеров. Сейчас уже он отстал. Вот. Значит, ну и вот данные. Вот этот список этих доказательств. Я так иду потихоньку сверху вниз, его листаю. Значит, на этой странице можно ознакомиться с тем, что там есть. Первым номером из 100 теорем математики идет иррациональность корня квадратного из 2. Вот. И вот, пожалуйста, конечно, все ее умеют доказывать. Ну, куда-нибудь можем ткнуть и посмотреть, как это выглядит. Давайте ткнем в Мизар, потому что по-прежнему Мизар наиболее имеет наиболее такой читабельный код. Это все-таки компьютерные системы, и человеку со стороны так не сразу понятно, что там сказано. Ну вот, пожалуйста, вот это формализм. Как это все выглядит в Мизаре на уровне формулировок? Вот он пишет, номер один, да, теорема с таким-то названием. И вот запись выглядит так. Если P простой, значит, P простой влечет, что квадратный корень из P иррациональный. Почти на простом русском или лучше английском языке сказано. Да, так сказать, вот. Дальше следующим номером 2 в этом же Мизаре идет фундаментальная теорема алгебры. Да? Пожалуйста, что значит, если у нас... Что говорит фундаментальная теорема алгебры? Вот, пожалуйста, если есть какой-то P многочлен, да... Ну, видимо, с комплексными, наверное, коэффициентами, да, polynomial of f complex, я думаю, так, вот, и если, наверное, длина его больше единицы, я думаю, что это замена того, что его степень больше единицы, да, то тогда p имеет корень. Ну, вот, примерно так это формализуется в Мизаре. Ну, и дальше пошло. Вот вы видите, номер 3 идет... Счетность рациональных чисел, номер 4 теорема Пифагора, номер 7, пропущенный 5 и 6, номер 7, закон квадратичный закон взаимности, уже, да, уже ничего. Потом теорема Ферма малая идет, бесконечность простых чисел, это начальный уровень этого списка. И вот оно пошло, это все Мизар. Ну давайте посмотрим на что-нибудь еще. Вот, собственно, лист... Этот список, который здесь есть, вот он такой, так вот он и идет, и можно все посмотреть, как это выглядит. Вот, вот, например, номер 5, уже нетривиальная теорема. Теорема о распределении, закон распределения простых чисел, да, что асимптотически количество простых чисел на отрезке от 0 до x ведет себя как x на логарифм x. Да? Ну вот, значит, пожалуйста, вот 3 прувера это умеют делать. Пожалуйста, в холл посмотрим. Чемпион. Вот, вот формулировка номера 5. Да, пожалуйста. Тоже не такая длинная. И примерно мы узнаем там наши, так сказать, выражения. N делить на логарифм N. Тут видно, да? И что что-то куда-то сходится. Мне кажется так, да? Что все, что-то стремится к почему-то, к какому-то странному значку единица. Sequentially.
Ну, значит, последовательность сходится к единице. Наверное, так имеется в виду. Вот примерно это представляет себе формулировку совершенно нетривиальной теоремы о простых числах, которая была формализована. Дальше идет еще менее тривиальная теорема. Теорема Гёделя о неполноте, которые вообще-то про самые, те самые формальные системы, которые там где-то сидят. Но ее точно так же можно доказать средствами ZFC и тех формальных теорий, которые лежат в основе этих пруверов, например, Холл. Вот, пожалуйста, формулировка теоремы Гёделя о неполноте. Закон квадратичной взаимности, закон взаимности и так далее. Значит, давайте пойдем. Представление, мне кажется, вы получили. Давайте пойдем ниже в этом списке и просто увидим, насколько серьезные там математические результаты уже формализованы. Ну, они идут немножко в беспорядке, то есть сложность не возрастает с номером в этом списке. Вот. Какой там порядок, непонятно. Вот. Но тем не менее. Значит, теорема Эйлера. Теорема о том, что постулат о параллельных не зависит от других аксиом геометрии. Да? Значит, построение, очевидно, модели Пуанкаре здесь формализовано. Формула суммирования ряда Эйлера. Пожалуйста. Значит, фундаментальная теорема, ну, как это называется? Интегральная формула, короче. Вот. Теорема о неразрешимости уравнений пятой степени и выше в радикалах. Пожалуйста. Формализована вот в Коке. Теорема Лиувилля доказательство построения конструктивного трансцендентного числа. Да? То есть что мы знаем про трансцендентные числа, что Кантор доказал, что они существуют, поскольку множество алгебраических чисел счетно, да, это простое доказательство, но не конструктивное. А в этих пруверах, например, Холл, Изабель, Метамат и другие, они доказывают теоремы конструктивно. Это важно для, в том числе и для вопросов извлечения программы с доказательств. Значит, конструктивное доказательство – это теорема Лиувилля, которая строит некоторое явное трансцендентное число и доказывает его на основании некоторых, ну, скажем так, результатов анализа. Теорема о четырех квадратах. Всякое натуральное число представляется как сумма четырех квадратов. Пожалуйста, тоже доказано. Теорема Грина. Несчетность континуума. Формула... Да-да-да. Что еще хорошее? Теорема Рамсея. Школьники знают, как говорится, олимпиадники. Вот, знаменитый 32. Гипотеза четырех красок. О ней сейчас расскажу. Великая теорема Ферма номер 33. Никто пока не доказал. Ну, неудивительно, как говорится, да? Там много всего. Значит, теорема Тейлора, теорема Брауэра о неподвижной точке, формула решений корней, для корней кубического уравнения, уравнение Пелля, Пюизо. Я даже не все теоремы, которые здесь упоминаются, знаю. Бином Ньютона. Тут, понятно, все доказали, так сказать. Вот. Теорема Гамильтона-Келли, теорема Уилсона. Это мы только на уровне 55 находимся. Я, наверное, всех утомил. Теорема Безу, теорема Чевы, пожалуйста. Вот. Правило Лапиталя. Что еще хорошего? Теорема Силова о подгруппах. Принцип математической индукции странным образом фигурирует в качестве теоремы Каши-Шварца. Так, теорема Морли. Что-то по поводу меры Лебега. Ну и где-то там в конце теорема Птолемея, правила Крамера. В конце там не самые сложные теоремы идут. Вот. А дальше Видайк пишет, что вот список придумал не я, но мне пишут люди с разных концов света о том, что а почему в этом списке не включили такую-то, такую-то, такую-то теорему. И все, за кого, значит, слушатели тут голосуют, вот он тут перечислил. Ну и вот, пожалуйста, еще некоторый список
из великих теорем, теорема Борсука, Улама, классификация простых конечных групп. Вот то, что выделено курсивом, то не доказано пока формально. Вот. Теорема Грина, Тау, доказанная там не более 10 лет назад, да, ну и так далее, и так далее. Значит, вот, ну вот, теорема Гильберта о нулях, действительно странно, что не было в списке, но вот и пока вроде как и не доказано получается. IP равно P-space, теорема из сложности, из теории сложности. Пожалуйста, лемма Йонеда из теории категорий уже в жирном списке, ну и так далее. Вот вы видите, что я на этом, пожалуй, можете включить другой, да. Я утомил всех этим списком, но это может быть интересно посмотреть, что здесь на самом деле есть. Вот, ну, к концу этой лекции давайте я... а это то, что я думал показать, как говорится, то, что меня наиболее впечатлило 10 лет назад. Вот такие были тогда теоремы, как видите, значительно меньше. Вот. Ну, про гипотезу о четырех красках. Все-таки это такой прямо, так сказать, выставочный случай, поэтому я обязан коротко про это сказать. Ну, вот что такое гипотеза о четырех красках? Ну, все знают, что всякая простая карта на плоскости имеет правильную раскраску в 4 цвета. Значит, что две стороны, граничащие между собой, должны иметь разные цвета. Ну, а простая карта означает, что там нет таких вырожденных случаев, когда одна сторона имеет там дырку. Вот, все, так сказать, области, на которые плоскость разбита, выглядят односвязно, так скажем. Вот. Гипотеза эта была высказана любителем-математиком Францесом Гетри в 52 году. Вот. Привлекла внимание необычностью формулировки. Через примерно 20 лет было объявлено решение, в котором, однако, еще через 10 лет в двух решениях этой задачи были обнаружены ошибки. Вот. То есть как бы попытки сразу решить не прошли, после чего эта проблема приобрела статус такой одной из самых знаменитых, таких простых по формировке математических задач. В середине 20 века, в 76 году, американский и немецкий математик нашли решение этой задачи следующего рода. Задача была сведена к перебору значительного числа случаев графов. Это задача из теории графов, было понятно. Значит, они свели общий вопрос о покраске к перебору 1476 конфигураций графов и проверке определенных свойств, которые для этих графов должны были быть проверены. Ну, в то время, значит, само это сведение не было простым, оно было примерно 400 страниц длины. Ну и чтобы проверить эти случаи, они написали компьютерную программу на языке, если я не ошибаюсь, Алгол. Вот, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, это был тогда Алгол. Ну и вот это заняло примерно 1000 часов компьютерного времени на тот момент. Ну и вроде как результат был доказан. Настоящие математики, конечно, сказали, все это здорово, но мы не верим. Почему? Потому что, сведение еще ладно, можно проверить, хотя никто не проверял, как говорится, да? Вот. Но кто же поверит компьютеру, в котором бывают ошибки? Мало ли чего он там насчитал, да? Во-первых, ошибаются просто процессоры, как мы знаем. Компьютеры сами по себе могут ошибаться, операционные системы могут ошибаться. Наконец, может ошибаться человек, которому нужно на перфокартах ввести данные в количестве 1476 случаев графов, в которых может быть там порядка, там, я не знаю, несколько десятков вершин. Да? Это очень большая входная информация, и может быть ассистент, который вбивает это все по той технологии в перфокарты, да, или еще что-нибудь, ошибется и где-нибудь не то ребро поставит и пропустит какой-то случай. И все, никакой надежности на самом деле нет. Ну, что-то есть, но не очень верится. Непонятное доказательство. Значит, что было дальше? Дальше начались сомнения всерьез. Люди начали разбираться, и
в конце концов они нашли такие пробелы в этом доказательстве. А именно, не все случаи были учтены. Не все случаи были учтены. Там их не 1476 должно было быть, а больше. Вот. Ну, тогда авторы, как говорится, принялись работать по новой. И через несколько лет исправили. И написали подробное изложение этой задачи в книге, которая была опубликована в 1989 году. Вот. Как бы по-новому все перепроверили, перепрограммировали, получили результат. Значит, еще через 7 лет, через 8 лет, группа из, ну, может быть, самых лучших, какие есть в мире специалистов по теории графов, Робертсон, Сеймур, Томас, начали проверку этого доказательства и смогли его существенно оптимизировать. Они избавились от значительного количества случаев, их стало 633. Вот. Ну и придумали более эффективный алгоритм проверки тех свойств, которые нужно проверять. В итоге они еще раз независимо перепроверили этот результат. Ну, вроде бы как уже на этом этапе стало ясно, что все правильно. Но, тем не менее, специалисты по формальной математике, а именно группа Джорджа Гонтье из Инриа, институт во Франции, где развивалась система КОК, они взяли себе в качестве такой вот тестовой цели эту теорему доказать формально. Причем не просто доказать формально сведение к этим случаям и перебору, но и доказать правильно корректность самой программы, которая осуществляет этот перебор. То есть на самом деле полностью все формализовать аккуратно от и до. Вот. Интересно, что система КОК, которая основана на специальной так называемой конструктивной теории типов, она позволяет писать верифицируемые программы. Значит, логическая система этой теории, основанная на конструктивной логике, такова, что в ней можно не просто что-то программировать, но программировать верифицируемо. Ну и вот фактически алгоритм, который был для этой задачи предложен, был верифицирован, был записан, верифицированно, перепрограммирован на этой системе КОК. Так что вместе с вычислением, значит, во-первых, сама система КОК предъявила уже нужное количество случаев, 633 или сколько-то там у них было. Вполне возможно, что у них были какие-то отличия от Робертсона и Сеймура, хотя они в основном пользовались вот этим доказательством в качестве образца. Вот. То есть не нужно было вводить все эти случаи на перфокартах или даже просто, как говорится, с клавиатуры. Сама система постепенно генерировала все эти случаи и потом перебирала. Вот это было сделано этой группой. Это, конечно, было замечательное первое такое достижение, о котором писала газета «Нью-Йорк Таймс» и прочее. Вот. Ну, в завершение скажу. Некоторые, конечно, в этой всей науке есть большие проблемы. Ну, то есть как? Проблем много. Вот. Ну, давайте обсудим последний такой принципиальный вопрос, который, может быть, кого-то волнует. Ну, вот мы все знаем, что компьютеры ненадежны. Мы знаем, что компьютеры ненадежны. Собственно, история Аппеля и Хакена это подтверждает. Значит, компьютеры ошибаются. Так с какой стати нам нужно верить компьютерным доказательствам? Почему мы им верим? Вот. Если мы человеку не верим, почему вдруг мы будем верить компьютеру? Значит, оказывается, что здесь есть некоторый теоретический ответ, который мы можем сейчас, в общем, понять и оценить. А именно, ну, серьезный ответ на этот вопрос такой. Конечно, абсолютной надежности в абсолютном таком смысле не гарантирует ни один прувер. Вот. Несмотря на это, есть некоторые принципы архитектуры этих прувер, которые позволяют утверждать, что они намного более надежны, чем наши человеческие обычные доказательства. Значит, принцип, который здесь, о котором я упомянул, называется принцип де Брёйна. Значит, архитектура этих пруверов примерно такова, что в основе прувера лежит его логическое ядро. Это формальная аксиоматическая система по типу ZF или PA, о которых я говорил, в которой записываются формальные выводы.
Эти системы могут быть разными, но у них есть одно общее свойство. Аксиом довольно мало, логическое ядро должно быть обозримым. И аксиом и правил вывода мало. Это такая, в общем, простой механизм генерации формальных выводов. Соответственно, прувер, вся эта система, которая работает с человеком, которая ищет эти формальные выводы, он может быть сколь угодно сложным. Он может быть даже и не очень надежным, написанным, так сказать, в среде Microsoft Windows или еще что-нибудь. Значит, прувер, то, как он работает, нас на самом деле не волнует, сертифицирует доказательство наше логическое ядро. А то, что наше логическое ядро работает корректно, может быть проверено. Фактически центром нашей системы является тот самый proof-checker, да, верификатор доказательств, который проверяет на корректность построения последовательности символов, на то, соответствует оно правилам или нет. Вот этот верификатор на самом деле может быть простым. И в принципе, если наш прувер выдает формальный вывод, человек может сам написать короткий верификатор, который проверит, что да, этот формальный вывод соответствует всем формальным правилам. Вот если система работает так, что из нее можно извлечь явный формальный вывод доказанной теоремы, а это в принципе возможно, бывает, вот, то человек может написать свой собственный короткий верификатор, который убедится, что да, этот вывод правильный. В этом смысле вот такой механизм гарантирует нам надежность того, что происходит в этих системах. Вот. Ну вот, конечно же, не все пруверы одинаково хороши в этом отношении и соответствуют этому принципу Де Бройна, но в принципе, значит, многие из них близки к этому. Вот. По этому причине, в общем, можно сказать, что наши формально верифицированные доказательства могут быть, конечно, не 100% надежны в каком-то абсолютном таком смысле. Тем не менее, они намного более надежны, чем то, что мы читаем в учебниках. И, в общем, это вот прогресс. Это прогресс. Ну, на этом я, наверное, завершу сегодняшнюю лекцию. Спасибо.